этого про наследство. Ты понимаешь, что твоего отца больше нет. Ты его никогда не увидишь. Чего ты на меня смотришь? Что тебе надо? Просто... Слушай, а давай дружить? Су, где ты и где я? Ходишь в этом шарфике, какой-то старомодный, в каком-то барахле, на помойке, что ли, нашел? Ну что ты такое говоришь? Это мне бабушка подарила. Бабушка? Такой же парень современный, как твоя бабушка. Фу. Но я не собираюсь общаться с бомжами. Мальчик, ну что ты такое говоришь? Я просто потерялся. Моя бабушка и дедушка, они меня очень любят. И папа тоже любит. Да сдался ты им 500 лет, они тебя специально выкинули. Как тряпку. Или нет, или ты просто приврал, и ты просто бомжуешь на улице. Влад! Что, мама? Ты почему грубишь мальчику? Я не грублю, я сказал правду. Мальчик этот бомж, бомжара. О, боже мой. Влад, что ты себе позволяешь? Разве я так тебя воспитывала? Мама, этот мальчик, он бомж. Он роется в мусорке, а потом одевает на себя барахол, который нашел в этой же помойке. Фу, отойди от меня, бомж. Иначе тебе сейчас глаз дам. Влад! Что, мама? Ты ведешь себя вызывающе. И не трогай, пожалуйста, мальчика. Зайка, подойди сюда. Вы мне? Да, тебе. Хорошо. Скажи мне, что у тебя произошло? Мама, ты что ли спятила и будешь общаться с этим бомжом? Подожди, не вмешивайся. Я пока пойду. Как тебя зовут? Меня зовут Андрей. Хорошо, Андрей. Меня зовут Даня. Скажи, пожалуйста, что у тебя произошло? Меня мой папа оставил. Сначала мы пошли вместе гулять, а потом он меня оставил и ушел. И потом я пробыл всю ночь на улице. Утром я очнулся. И решил прибежать куда-нибудь, где больше людей. Может быть, кто-нибудь знает, где мой папа. Я очень люблю папу, а папа не любит меня с детства. Ну а почему он тебя не любит? С чего ты это взял? Мой папа, он как его там, холостяк, то есть ему никто не нужен. Он живет сам для себя. Понятно. Что-то мне это напоминает. В смысле? Да так, мальчик, мысли вслух. Понятно. А почему у вас такой злой сын? Он не злой, он просто избалованный. Это прям как мой папа. Мой папа избалованный ребенок, но так бабушка говорит. У тебя есть бабушка? Да, и дедушка. Я думаю, они тебя очень любят, и тебе нужно возвращаться домой. Да, нужно. Но я не знаю дороги. Слушай, а ты голодный? Да, я очень сильно хочу кушать. Так, подожди. Знаешь, как давай сделаем? Я сейчас отведу своего сыночка в садик, потом ты будь здесь, никуда не уходи. Я вернусь и пока что поживешь у нас, я думаю. Не надо у вас, ваш сын, он меня не примет. Я его даже спрашивать не буду. Вы знаете, мою маму тоже зовут Аня. А где твоя мама? Я так понимаю, ты не с ней живешь? Нет, мама с моим братом живет, она его любит, а меня она бросила, я так понял. Мы с братом двойняшки. И она забрала только его, а меня оставила папе. Но папа не любит меня. Мама, ты там скоро? Мы в садик опоздаем. Андрей, хорошо, давай тогда я сейчас отведу сына в садик. Ты будь здесь, никуда не уходи. Хорошо. Я никуда не убегу. Я буду ждать вас здесь. Влад, пойдем. Ты бы еще дальше с бомжами разговаривал. Пойдем, бессовестный. Ну хорошо, тогда я подожду. Но как я буду жить с этим? Как его там звали? Владислав? Это же моего дедушку зовут Владислав, точно. А этого мальчика зовут Влад, и он какой-то злой. Но с другой стороны, мне хочется с ним подружиться. Не знаю почему. Мне еще кажется, мы похожи. Странно. Ты понимаешь, что твоего отца больше нет. Ты его никогда не увидишь. И что дальше? Мы все равно ему ничем уже не поможем. Офигеть. Все. Ой, господи. Ну а что, разве я не прав? Ну, здравствуй, дружбан. Андрюша, ты здесь? Да, я здесь.
Хорошо. Пойдем сейчас ко мне, я тебя накормлю, и ты мне расскажешь подробно, откуда ты. Хорошо. Спасибо вам большое, да не за что. Ну, здравствуй, дружбан. Привет. Что ты хотел? В общем, Кирилл, такая ситуация. На днях со мной связались из банка. Короче, ты 1,5 года назад взял кредит на немаленькую сумму денег, а именно 100 тысяч долларов. И за это время еще и проценты прибавились. Проходи, Андрюша. Спасибо вам большое, Аня. Вы такая добрая. Я думаю, моя мама тоже очень добрая. Жалко, что она не со мной. Интересно, почему она меня бросила? Ну ладно, я тебя сейчас накормлю. Хорошо. Может быть, я вам помогу? Накрыть на стол. Да, кстати, еще стол надо принести. Вот я вам и помогу, мне же не жалко. Я бабушке очень часто помогал. Спасибо, Андрюша, но я справлюсь сама. Хорошо. А ты пока что помой ручки. Ладно, а где? Вот смотри, прямо от комнаты идешь, и там ванная. Понял. Какой замечательный мальчик, если бы еще мой сын был бы таким же. Короче, ты 1,5 года назад взял кредит на немаленькую сумму денег, а именно 100 тысяч долларов. И за это время еще и проценты прибавились. Ну что? Я ничего не брал. Ты что? Головой ударился? Походу, это ты ударился. Я вам помогу. Так вот, так вот, так вот, так вот, так. И вот сюда. Спасибо, Андрюша. Да не за что. Я же говорю, мне не трудно. Хорошо, сейчас тебя покормлю тогда. Спасибо большое. Потом я зайду в интернет. А, не смогу, у меня же компьютер сын разбил. Так, 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 ладно. Ну, в принципе, в телефоне тогда можно это посмотреть. Скажи мне, пожалуйста, как твоя фамилия? Моя фамилия Чернов. Мой папа Кирилл Чернов.